Пока внутри Бернардинского костела города католические верующие с украшенными вербами в руках совершали небольшую процессию, возле храма для участия в большом шествии собирались представители всех приходов Гродно, гости из Лиды и Скиделя. Вербное воскресенье в городе над Неманом стало традицией отмечать праздник именно в таком формате. Молодые люди под гитару пели песни, размахивали флагами и двух- и трехметровыми вербами. У кого-то в руках были скромно украшенные ветви, кто-то приготовился встречать приход Христа необычными букетами. Елена и Анна своими руками сделали композиции наподобие тех, которые распространены в костелах европейских городов. Вербочки приехали из Европы, поэтому, может быть, они несколько отличаются от наших. Католичество вообще приветствует креатив и творчество, оно всегда подстраивается под молодежь, оно идет в ногу со временем. Главное в создании композиции для украшения верб – это не количество цветов и трав. Неважно, живыми будут растения или искусственными, и будут ли вплетены в ветви ленты. Основное – вложенная в вербочку душа. Для многих гродницев украшение самого важного атрибута вербного воскресенья – это семейная традиция. У меня в семье заведено то, что вечером в субботу мы садимся с родителями и делаем вместе вербочки. В нашей семье это как традиция. Обязательно приготавливаем вербочку в субботу и потом обязательно на процессию в костел. Это символ того, символ приветствия Иисуса Христа, когда Он въезжает в Иерусалим. И вот мы Его так сердечно приветствуем. У входа в Бернардинский костел собралось несколько сотен человек. Гродненский епископ Александр Кашкевич поприветствовал верующих и после небольшой молитвы окропил их вербы святой водой. Затем процессия направилась в главный храм города. Шествие прошло через всю площадь Советскую и привлекло внимание многих горожан. В фарном костеле уже собрались прихожане. Вместе с прибывшими они ждали праздничную службу. Накануне Пасхи вербное воскресенье – важное событие для всего католического мира. Эта неделя как бы так припоминает нам 2000 год, что здарилось. Иисус на оселку заехал в Иерусалим. Его все привитвали вербочками, не вербочками, пророческой ласка, пальмами ложили ему под ноги на знак увельбения, на знак такой особенной чести. Праздничный воскресный день в фарном костеле невозможно было присесть. Целую службу люди простояли плечом к плечу, что стало еще одним символом духовного единения верующих перед великим и самым главным праздником – воскресение Христа. Вероника Цыганок, Сергей Печерица, новости Гродно+.